Всем привет! Сегодня делюсь с вами рецептом свинины в сладко-соевом соусе. Для этого 500-600 грамм мякоти свинины нарезаем порционными кубиками. Добавляем черный молотый перец по вкусу, 1 столовую ложку яблочного уксуса, его можно заменить на лимонный сок, 1 столовую ложку соевого соуса и 1 белок. Все хорошо перемешиваем и добавляем 1-2 столовые ложки крахмала. Еще раз хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом, и оставляем мариноваться на 30 минут. А пока приготовим соус. Смешиваем 4 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 чайную ложку меда. Все хорошо перемешиваем до растворения меда. После этого добавляем 1 столовую ложку кунжута. Еще раз перемешиваем, и наш соус готов. Когда мясо промаринуется, разогреваем сковороду и вливаем туда 4-5 столовых ложек растительного масла. Выкладываем туда наши кусочки мяса и обжариваем их с обеих сторон в течение 4-5 минут до румяности. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. После этого убавляем огонь, вливаем наш соус и готовим еще в течение 3-4 минут до испарения жидкости. За это время мясо карамелизуется. Наши очень вкусные аппетитные кусочки свинины готовы. По желанию их можно посыпать кунжутом и подать к рису со свежими овощами и зеленью. Пробуйте, делитесь комментариями и приятного аппетита!